Всем привет! Меня зовут Маша Шейх, и сегодня мы записываем мою первую сольную песню, которая называется «Тик-так». Поехали, пишем. Я готова. Лови меня по ветру где-то, рисуй меня на портретах. Любовь моя под запретом, мы мотыльки, нас больше нет. Лови меня по ветру где-то, рисуй меня на портретах. Любовь моя под запретом, мы мотыльки, больше нету. Лови меня по ветру где-то. Да. И, кстати, хочу отметить, что сегодня у нас день знакомств со всеми. Познакомьтесь, Марина, вы ее не видите, мы сегодня первый раз работаем вместе, снимаем. Также сегодня мне помогают записывать мой сольный трек «Талантливые ребята». Дима, кстати, который живет в Зеленограде, оттуда я его и знаю. Не виделись мы больше 10 лет. Я ему написала, попросила спеть мне. Дима согласился. И сегодня с нами Ева, с которой мы познакомились в Инстаграме. И, собственно, вот так мы здесь все оказались, и надеюсь, что получится очень круто, и мы еще увидимся. Летали красиво, взлетали так сильно, но только не беси меня, я, ай-ай. Что ты делаешь так больно? Оставайся теперь с этой нелюбовью. I don't love you, заметает юг. Наливаем по бокалу, забываем друг друга. Не развязать уже слишком туго. Ну, припев я пока не готова. Да, в конце. Во. Здесь не надо. Угу. Здесь же сразу начинается дальше. Манера. Вот эта манера твоя, она настолько искренняя. То есть, когда ты это вот, и ты это все читаешь, и даже ты не слышишь, что там нота фальшивая или еще что-то. Ну, да. Оно прям в вену попадает, понимаешь? Сразу, с первого раза. Что-то можно фигачить. Да, да, прикольно. Тик-так, тик-так. Приехали, сердце. Тик-так, сердце мое бьется еще немного тока, и оно разобьется. Летим, любовь моя расправляет плечи. Без тебя мне плохо, но с тобой совсем не легче. Вот так можно сделать во втором. Хорошо, хорошо. Красиво звучит. Да, сейчас звучит прямо расправляешь. Летим, любовь. Тик-так, тик-так, сердце мое бьется. Еще немного тока, и оно разобьется. Летим, любовь моя, расправляю плечи. Без тебя мне плохо, но с тобой совсем не легче. Ну и, конечно же, я надеюсь, что вам эта песня понравится, поэтому пишите свои комментарии, отзывы, а я буду с удовольствием читать. Как мне нравится. Шикарно.